Началась печать бюллетеней для голосования на президентских выборах. Первые отправят на избирательные участки за рубежом, которые будут открыты в 36 странах мира. Чек остабилит, кепентру чели 139 de секции de votare din străinătate, se vor tipări 556.000 buletine de vot, dintre care în limba română 467.600 exemplare, în limba rusă 88.400 exemplare. Prețul unui buletin de vot este de 0,192 lei, adică 19 bănuți. Valoarea întregului tiraj este de 106.000. 752 лей. Бюллетени печатают на дымчато-серой непрозрачной бумаге. Они будут иметь длину 236 мм и ширину 140 и, конечно, несколько знаков безопасности, чтобы предотвратить их подделку. Восемь кандидатов на должность президента и их знаки различия указаны в избирательном бюллетене в порядке, установленном после жеребьевки. На пост главы государства претендуют лидер формирования «Наша партия» Рената Усатый, председатель ППДП Андрей Настаси, представитель ЛДПМ Тудор Делиу, независимый кандидат Игорь Дадон, представитель партии ШОР Виолетта Иванова, лидер ПДС Майя Санду, председатель ПНЕ Октавиан Цыку и кандидат избирательного блока УНИРЯ Дарин Киртуаке. Распечатанные бюллетени будут отправлены в конце этой недели в Министерство иностранных дел, которое распространит их по избирательным участкам за рубежом.